Здравствуйте, наши дорогие друзья, вы на канале Юра и Юра, подписывайтесь. Ну и еще один анекдот про доблестных пожарных. Идет опять начальник охраны такой по улице, пожарной части, и смотрит такой, идет пацаненок маленький, и какая-то до боли такая картина знакомая, тащит тележку красную, а на тележке там по бокам лестницы навешаны, там ведерки висят, а телегу тянут не он, а собака и кот. Ну, только собака привязана за ошейник, а кот за яйца. Ну, начальника пожарников это заинтриговало, он подходит. Слышь, говорит, дружище, вот все, говорит, кайфово, но если бы, говорит, кота ты бы привязал тоже за ошейник, то вы бы могли двигаться немножко быстрее. Пацаненок такой репу почесал. Да, говорит, я знаю, но тогда у меня не будет сирены. Все, ребят, всем здоровья и процветания, хороших выходных. Подписывайтесь на канал. Пока.